Муж неожиданно возвращается домой. Любовник выскакивает на балкон, хватается за перила, перепрыгивает их, а руки отпустить не решается. Страшно. Час висит, два, светает. Выходит дворник, замечает его. «Эй, ты чего тут делаешь?» «Как что?» «Вот вишу». «А, ну виси, виси, только ноги подними, дай подмести». Представляете? Прихожу домой вечером с работы и застаю свою жену в постели с каким-то шведом. Ну и что вы ему сказали? А что я мог ему сказать? Я же не знаю шведского. Одна женщина приходит на работу с подбитым глазом. Ее спрашивают: кто это вас так? Муж. А мы думали, что он в командировке. Я тоже так думала. Муж пришел домой раньше времени. Заглядывает в спальню и видит, что двое занимаются любовью. Он, ни слова не говоря, берет сковородку, нагревает ее на газу и ставит на задницу мужчины. Страшный крик. Муж убегает из квартиры. Во дворе встречает его жена. Он в недоумении спрашивает: «А кто сейчас у нас в квартире?» «Да это моя сестра с мужем приехали погостить». Классическая сцена. Муж возвращается из командировки. Жена слышит, как поворачивается ключ в двери и командует любовнику: «На балкон, в окно!» Тот проворно выпрыгивает и летит с 8-го этажа. Она, свесив сиськи через балкон, покачивает рукой в сторону и шепчет: «Отползай! Отползай!» Психиатр спрашивает пациентку: «Скажите, мадам, нет ли в вашей семье случаев мании величия?» «Есть, доктор, есть. Мой муж иногда заявляет, что он глава семьи». «Спасибо, доктор, что вы вылечили меня от мании величия. Теперь я человек совершенно непревзойденный, фантастической, можно сказать, феноменальной скромности». «Санитар, куда мы едем?» «В морг». «Так я же еще не умер». «Так мы еще и не приехали». Собрался консилиум врачей. Будем лечить больного или пусть живет? После операции. «Доктор, это вы мне голову после авиакатастрофы пришивали?» «Я. Есть претензии к качеству шва?» «Нет, доктор, шов хороший, но это не моя голова». «Сестра, — говорит врач, — пожалуйста, возьмите термометр, пройдите во вторую палату и посмотрите, у кого из больных под мышкой находится моя шариковая авторучка». мной, приходя в себя после операции. Слава богу, все уже позади. Не будь самоуверенным, заметил сосед справа. Они забыли во мне салфетку и вынуждены были опять резать. И меня тоже разрезали повторно, сказал сосед слева. Забыли там какой-то инструмент. В это время в дверях палаты показалась голова только что оперировавшего хирурга. «Никто не видел моей шляпы?» — спросил он. Новичок потерял сознание. Выпустили дурака из психбольницы. Все удивляются. Как же тебя, тупого, выпустили? А у нас проверка была. Кто пролезет в замочную скважину, того выпустят. У одного плечо не пролезло, у другого нога. А я отказался. А почему? А я что, дурак? Ведь с той стороны ключ был вставлен. В сумасшедшем доме группа больных решилась на побег. На следующий день один из пациентов хмуро заявляет. Ничего не выйдет, забор снесли. Вы не можете даже себе представить, как мне трудно, жалуется пациент психиатру. Моя жена задает мне вопрос, потом сама на него отвечает, а через полчаса начинает объяснять мне, почему я ответил неправильно. Психиатр спрашивает своего пациента. Скажите, бывает ли с вами такое, что вы слышите голоса, но не знаете, кто говорит и откуда? Конечно. А когда это бывает? Когда снимаю трубку телефона. Операционный зал. Хирург говорит студенту-практиканту. Я знаю, старик, что у тебя это первая операция. Конечно, пройдет она не очень здорово, но когда вскроешь больного, не нажимай слишком сильно на скальпель. Можешь повредить стол. Медсестра советует больному. Если хотите отблагодарить врача, сделайте это до операции, а иначе потом может быть поздно. Врач пишет в истории болезни. Больной был обследован, был прооперирован, был хорошим товарищем. Врач, уходя из палаты. Всем до свидания. Петров, прощайте. Доктор, меня все игнорируют. Следующий. Приезжает в село на практику молодой студент-ветеринар. А навстречу ему местный участковый врач. Спрашивает его. Так ты и есть доктор для животных? Да, я. А вы плохо себя чувствуете? Приходит мужик к врачу. Доктор, у меня спит. Ну, что я могу вам посоветовать? Отвечает доктор. Съездите в Одессу, на лиман, на грязи. И что, доктор, поможет? Нет, нет, но вы будете понемногу привыкать к земле. Алло, скоро? Да. Приезжайте скорее. У моей жены белая горячка. Как вы определили? Здесь полная комната чертей, она их не видит. Какая разница между пивом и лекарством? Лекарство сначала выписывают, а потом пьют. А пиво сначала пьют, а затем выписывают. Разговаривают два старых врача. У меня был больной, который, по всем прогнозам, должен был умереть еще 10 лет назад, а он все еще живой. Да, так бывает. Это еще раз доказывает, что когда больной действительно хочет жить, то медицина бессильна. Женщина заглядывает в кабинет терапевта. «Простите, доктор, это не я у вас только что бюстгальтер забыла?» – спрашивает она. «Нет, не у меня». «А, ну значит, у окулиста». Учитель Хансен был доставлен в больницу и после оказания помощи помещен в палату. «Автомобильная катастрофа?» – поинтересовался сосед. «Нет, опечатка в учебнике починена». «Помогите!» – раздается душераздирающий крик в вагоне поезда. «Здесь есть доктор!» «Я доктор!» – с соседнего купе выскакивает полураздетый человек. «Кому нужна помощь?» «Мне!» – радостно отвечает один из пассажиров. «Доктор, скажите, как называется болезнь горла из 6 букв?» Реклама слабительного. Наши новые лекарства действуют мягко и нежно, даже не нарушая сна. «Доктор, почему вы сказали, чтобы я высунула язык? Я давно это сделала, а вы на него даже не смотрите». «Так мне в тишине удобнее знакомиться с историей вашей болезни». Женщина, вся такая испуганная и взволнованная, приходит к известному профессору и спрашивает: «Профессор, правда, что если закопать в полнолуние под кладбищенской стеной черную кошку, то бородавки пропадают навсегда?» Профессор поскреб свою бороду и пробормотал еле внятно: «Ну да, почему бы нет? Если бородавки были на кошке, то несомненно». Старый английский лорд приходит к врачу. «Вы знаете, доктор, я женился полгода назад на прелестной молодой особе, но она никак не может забеременеть. Может быть, что-то посоветуете?» «Сколько вам лет, сэр?» «75. А вашей жене?» «Ей 25. Вот что я вам посоветую. Возьмите вашу жену, наймите молодого секретаря и отправляйтесь на вашей яхте в путешествие месяца на 2, на 3. Вы знаете, морской воздух порой творит настоящие чудеса». Проходит полгода, старый лорд появляется у доктора. «Огромное вам спасибо, доктор. Морской воздух действительно творит чудеса. Моя жена беременна». «А как поживает молодой секретарь?» – спрашивает доктор. «Вы знаете, морской воздух творит чудеса. Она тоже беременна». Изя говорит Абраму: «Я заболел, но к врачу я не пойду, слишком дорого». «Абрам, я советую тебе сходить к доктору Давиду. Он за каждый последующий визит берет лишь половину». Послушавшись совета, Абрам идет к доктору Давиду и говорит: «Здравствуйте, доктор, я опять к вам». Призывник на медкомиссии. На вопрос, какое у него образование, он гордо отвечает: Я обучался в Бристоле, Лос-Анджелесе, Колумбийском и Гарвардском университетах. Имею звание бакалавра экономических наук. Председатель призывной комиссии машет рукой. Ну ладно, ладно, хватит уже. Распелся тут. Запишите. Призывник умеет читать и писать. Приходит мужик к хирургу. «Доктор, у меня болит живот». «Ничего, сейчас отрежем вам уши». Мужик испугался и пошел к терапевту. «Доктор, я сейчас был у хирурга, у меня болит живот, а он сказал, что надо отрезать уши». «Ох уж эти хирурги, все бы им резать. Сейчас таблетку дадим, сами отвалятся». Приходит мужик к доктору и говорит: «Доктор, у меня каждую ночь кошмар. Снится мне, будто я тащу состав вагонов из Москвы в Питер. Утром сил никаких нет». Да, сложный случай. А вы попробуйте хотя бы до половины, до Балагова». «Спасибо, доктор». Через неделю снова этот же мужик у этого доктора. «Доктор, у меня новый кошмар. Мне снится, будто я имею 10 женщин за ночь. Утром с кровати встать не могу». «А вы попробуйте ограничиться 5. А может, лучше 3, а то мне еще состав до Балагова тащить». Два доктора в больнице беседуют. «Помнишь того симулянта из 5-й палаты?» «Помню. И что?» «Умер вчера». Если вас мучает бессонница, примите слабительное. Уснуть вы все равно не уснете, но, по крайней мере, будет вам чем заняться. «Доктор, я совершенно изнемогаю от бессонницы. Что мне делать?» «А вы не пробовали считать овец?» «Пробовал, не помогает». «Тогда пусть каждая овца расскажет вам свою биографию». В психбольнице пациент жалуется врачу: «Я не могу находиться в одной палате с этим типом. Он считает себя мотоциклом». «И что же, вам мешает грохот?» «Нет, выхлопные газы».